В Севастополе введут систему постоянного слежения за общественным транспортом. 9 миллионов рублей за систему автоматизированного мониторинга планируют потратить Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города Севастополя. Соответствующая закупка размещена на портале госуслуг. Согласно данным, первоначальная стоимость услуги составит 9 миллионов рублей. За эти деньги победитель конкурса будет оказывать услуги по автоматизированной обработке информационных сообщений по пассажирским перевозкам Севастополя. Речь идет о мониторинге выхода транспорта на маршруты, отслеживании их местоположения, контроль прибытия на остановки, отклонения от маршрута, а также фиксации инцидентов с транспортным средством. Согласно техзаданию, внедрение такой системы повысит качество пассажирских перевозок и оптимизирует процесс управления перевозками за счет использования потенциала навигационного оборудования транспортных средств. Госконтракт будет заключен с победителем конкурса. Окончательный срок предоставления услуги – 1 декабря 2021 года.